Представители рекламного бизнеса войдут в состав специальной комиссии. Депутаты собираются очистить город от рекламы на заборах, ограждениях и зданиях. С инициативой вышла мэрия. Изменение размещения рекламных конструкций уже принято в первом чтении. Перед тем, как принять окончательное решение, с рекламщиками посоветуются. Наиболее активные представители этого бизнеса войдут в состав рабочей группы при Думе. Дело в том, что реклама на заборе – палка о двух концах. С одной стороны, на кону архитектурный облик города, с другой – заработок некоторых горожан. То, что касается заборов, мне сказали, где-то сегодня около 5 организаций конкретно этим занимаются, но есть там и монополисты, которых мы тоже знаем. Мы сегодня пригласим и руководителей коммерческих организаций, кто занимается этим бизнесом, и пригласим наших общественников, выслушаем точки зрения, а потом уже будем принимать решение окончательное.